Всем привет, меня зовут Саша, новая распаковка и также конкурс на 100 российских рублей. Условия найдете внизу по ссылке в описании. А мы приступаем. И давайте начнем вот с этой центральной посылочки. Откроем, посмотрим, что здесь. Возможно, даже протестируем что-то, если это будет необходимо. Так, здесь у нас комплект игл для насоса. Не так давно я заказывал насос, если кто-то не видел, посмотрите мои предыдущие видео. Насос реально классный, я им доволен. Но я единственное, что когда заказывал, я думал, что он будет без иглы. И заказал дополнительно вот такой комплектик из 10 игл. Ну, что про них можно сказать? Игла как игла, ничего не болтается, резьба стандартная. Поэтому мы открываем дальше. Следующая посылочка. И здесь у нас вот такой маникюрный приспособ. Щипчики, кусачки, кому как больше нравится. Нигде никаких надписей нет. Достаточно жесткая вот эта пружинка. Острая или нет? Сейчас попробуем. Да, острые. По крайней мере, пока новые, они острые. Как будут дальше показывать себя, я не знаю. Но стоят реально очень дешево, поэтому, наверное, можно приобретать такие. Открываем следующий конвертик. И здесь у нас вот так вот нож-бабочка. Точнее, нож-птичка. Очень много людей заказывали себе такие ножики керамические. У всех уже, наверное, они распаковщиков есть. Да не только у распаковщиков. Я был единственным исключением из правил, и у меня не было такого ножика. Но теперь он у меня есть, и будем открывать им посылки. Супер! Режет очень здорово. Даже, наверное, когда этот скальпель ставится новое лезвие, приблизительно точно так же. Ну, мне нравится. Хорошая штуковина. Складывается. Можно положить куда-то с собой в сумку, в дорогу, закинуть в машину. Много места не занимает. И очень-очень прикольно выглядит. Симпатичный дизайн. Так, переходим к следующей посылке, которую вскрыли новым ножиком. И здесь у нас такая штучка для проводов. Принцип такой. Если у вас где-то целая куча проводов, они вам мешаются, приклеили эту штуковину, и через нее можно пропускать провода, куда-то их спрятать, и у вас будут висеть только коннекторы. Допустим, это у нас провод, вы повесили, и у вас коннектор торчит здесь, сам провод куда-то идет, вы его можете закрепить хоть так, горизонтально, вертикально, кому как нравится. Сзади имеется двухсторонний скотч. Открываем следующую посылку. Да, вы знаете, после этого ножика скальпелем даже как-то резать не хочется. Он вообще как по маслу режет. Так, а что у нас здесь? А у нас здесь миска для собаки. Или для кота. А может быть, это вовсе и не миска для собаки. Это у нас вот такая ванночка для маникюра. Залили туда какую-то жидкость, положили вот так руку, и у вас удобно, рука лежит, вы отдыхаете, не напрягается. Здесь вот подставка под кисть, но, правда, под мою руку эта ванночка немножко маловато. То есть, наверное, больше предназначена для девушек, а не для парней-мужиков. Ну, обычный пластик, имеется петелька для подвешивания. Ну, а также можно сзади вот такую формочку ракушки, пластилина какую-нибудь, свечку накапали и сделать модную формочку. Ну, а мы открываем последнюю на сегодня посылочку. И здесь у нас, похвалил ножик, а сам не дорезал им. Боюсь попортить товар, уже опыт имеется. Так, и здесь у нас вот такая лавандовая вонючка автомобильная. Ну или какая-то бельевая. Кому как больше нравится. Открываем ее. Сразу будем смотреть, что это такое.
зачем его едят. Оторвали, а здесь еще есть какая-то одна дополнительная пленочка. Так, сразу пошел аромат этой лаванды в комнате. И сама эта вонючка имеет вот такое желеобразное состояние. Очень-очень такой достаточно приторный запах этой лаванды. Может быть, со временем, ну, выветрится немножко. Или если где-то просто будет вот отдаленно стоять, будет слабый аромат. Но если где-то близко, не очень приятно пахнет. Ну, это были все товары на сегодня. Ссылки на них вы найдете внизу под видео в описании. Обязательно ставим лайки, комментируем, участвуйте в конкурсе. Всем пока!